Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о возможном запрете в стране социальной сети TikTok. Законодатели предлагают дать компании ByteDance, которой принадлежит соцсеть, 6 месяцев на ее продажу. Инициатива направлена на разрыв связи платформы с любой контролируемой Китаем структурой. В поддержку законопроекта высказались 352 депутата, против 65. Далее документ будет направлен на рассмотрение в Сенат. Президент Джо Байден ранее сообщил, что подпишет законопроект, если он будет одобрен законодателями.